Политолог, директор Евразийского демократического альянса в Украине Нурул Рахимбек. Сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Нурул. Добрый день. Вот зачем отправился Лавров в Тегеран? Я так понимаю, ищут какую-то последнюю надежду союзников в этом санкционном давлении в Российской Федерации. Что вы скажете? Ну, я думаю, это логично. Потому что, получается, исходя из действий последних дней, видно, что мы имеем, боевые действия военные, мы имеем информационную войну. Также, и на экономическом фронте не все идет мирной догладкой. Поэтому, вообще-то, я думаю, первопроходцем в Иран поехал Токаев, такой некий вассал Путина, который недавно тоже ездил в Иран, пробивал направление. Речь шла о логистическо-транспортном коридоре. Поэтому, сейчас, исходя из плеяды всех этих действий, хаотического поиска союзников. Мы видим, что сегодня буквально начинается саммит БРИКС. Потом на сентябрь также Путин запланировал мероприятие в Дальнем Востоке, если вы знаете. Ход идет логичный событий, то, что Путин действительно пытается искать союзников, чтобы обойти санкции и, грубо говоря, выжить. Ну так получается, Нурул, что если вот там сейчас вспоминается поездка Лаврова в одно направление, совсем недавно, если вспомнить, когда в Петербурге проходил экономический форум, там тоже было очень много международных гостей, например, талибы из Афганистана. И вот если собрать все это в кучу, то получается, знаете, такой клуб неудачников. Вот тут совсем скоро должна собираться большая семерка, еще через несколько месяцев большая двадцатка, ну а что осталось в сухом остатке у Путина? И действительно, вы вспоминаете БРИКС, мы напомним, что там в состав этого уже саммита входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но здесь ведь, согласитесь, что не идет речь о том, что Китай выходит и откровенно говорит: слушайте, Россия — это наш самый главный стратегический партнер. Нет, они с ними торгуют, они закупают все необходимое, пользуются Россией, но в клуб как раз элиты не берут. Этого ли хотел Путин и этого ли хотела его правящая элита — оказаться в клубе вот таких неудачников? Тегеран, Иран, и талибы из Афганистана. А у него другого выбора нету. Весь цивилизованный мир, грубо говоря, не оскорбить, чтобы эти страны также глубоко. Я бы сказал, что весь цивилизованный мир, условно так будем говорить, сейчас на стороне Украины. И поэтому, он у нас работает с тем, кто остался. И Китай, для него, наверное, скорее всего, последняя надежда. Поэтому экономически Китай, конечно, будет продавливать в свою сторону, нежели Путин будет давить в сторону военного сотрудничества. Это будет основным на повестке России во время саммита БРИКС. Но Китай будет, конечно, давить в своем направлении, экономические вопросы решать, земельные вопросы, много чего другого. Я не думаю, что все сразу же БРИКС ляжут под повестку Путина. Хотя это 40% земли, количество членов, участников БРИКС впечатляет. Это Бразилия густонаселенная, Китай густонаселенный, там миллиардами количество людей. Поэтому вопросы экономики для них должны быть первостепенны. Поэтому я не думаю, что он успешно закончит вот этот саммит и ряд предстоящих каких-то мероприятий, которые он запланировал. А вот смотрите, есть заявление министра иностранных дел, того же Лаврова, мы уже заговорили о нем, потому что есть цели, которые он преследует вот этой поездкой в Иран. Давайте послушаем сейчас вот этот кусочек, и мы проанализируем, что имеется в виду. Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения вот такого рода схем
вывести, дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. В том, что касается международных вод, Российская Федерация гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор. И на эту тему у нас есть понимание с Турецкой Республикой. Попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое сейчас остается на Украине, это абсолютно нечистоплотная линия, потому что всем хорошо известно, что это зерно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур. Ну вот смотрите, Российская Федерация, я так понимаю, предлагает миру такую таблетку, а для себя такой очень выгодный план. То есть краденое украинское зерно из украинских портов Мариуполя, Бердянска, которое уже куда-то уплыло, и они собираются еще и другое зерно красть, у них в большие планы, они собираются каким-то образом, я так понимаю, искать какую-то схему. Причем включать в эту схему и представить и иранское правительство. А то, о чем я и говорил, все, что да. логистические транспортные коридоры, которыми поехал работать Токаев, сейчас будет продолжаться эта тема. То есть, как бы они пытаются действительно вывести, выйти куда-то на рынок, продать. То есть, как бы, ну, это так, грубо говоря, можно сравнить, если какой-то уличный воришка бомбанул часы у прохожего, да, и как он пытается по дешевке его продать, то на этом рынке, то на другом. А вот насколько Иран пойдет на эти схемы, как вы думаете, учитывая тяжелое экономическое положение этой страны? Насколько Соединенные Штаты будут немножко ослаблять санкции для Ирана? Это, по-моему, понятно. Но интересно то, что сейчас, анализируя ситуацию и страны-сотрудники, которые остаются у Российской Федерации, это ведь в любом случае не страны золотого запаса, самые богатые. Сейчас США ужесточают санкции против Российской Федерации. Европейский Союз уже работает над 7-м пакетом. Если говорить о каких-либо других странах, да, мы видим, что Австралия присоединяется, и Япония. И все равно даже вот тот оазис, куда пытается убежать Российская Федерация, наверное, в целом не может покрывать все те запросы, которые есть у самой Федерации. И Китай говорят, что да, сотрудничает с Россией, но в полную меру, как бы он хотел, не может, потому что тоже Китай точно так же зависит от сотрудничества с США и не хочет подпадать под санкции. И поэтому да. есть одна из экспертных мнений, одно из экспертных мнений Нурула о том, что в принципе это чуть ли не последняя, например, зима такая успешная для Российской Федерации, когда она может вот такие миллиарды зарабатывать на энергоносителях, которые она продает тому же Европейскому Союзу. Как вы считаете, а что будет дальше? Сейчас говорят, что надо дождаться, когда вот этот санкционный механизм сработает и подействует, действительно отравит экономическое тело Российской Федерации. Что будет дальше? Ну, Бразилия или Иран, они точно не смогут спасти многомиллионную и огромную территорию Российской Федерации. Дальше только два варианта. Либо конфликт, то есть уже с силовой точки зрения, я уже не хочу, не боюсь, не берусь даже предсказывать насчет ядерных моментов. Ну, то есть, как бы это последний шаг, конечно, для Путина. Но вы совершенно правы насчет того, что маховик должен был взять свое время санкций, чтобы развиться до такой степени, чтобы подвинуть Россию к принятию, ну, к сдаче, да, грубо говоря, на этом фоне. И я думаю, то есть два варианта. Либо сдача России, либо то есть здесь уже применение серьезных угроз. Поэтому, да, как-то так. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, и, возможно, вашу точку зрения. Вот буквально несколько дней уже обсуждается эта информация о том, что Россия же, в принципе, второй в мире золотодобытчик.
И вот экспорт золота после начала войны, после 24 февраля, фактически остановился в Российской Федерации. Раньше Россия добывала практически тонну в день. То есть это колоссальные объемы. Второе место в мире. И теперь экспорт российского золота практически стал немногим больше 100 килограммов. В январе-феврале российские банки и добывающие компании продали за рубеж 27,5 тонн золота. В прошлом году вывозили в среднем по 25 тонн в месяц. То есть речь идет о том, что Россию вырезали с мирового рынка золота. Вот как дальше, как вы думаете, как дальше будет развиваться эта тенденция? Ведь Российская Федерация обладает значительными запасами не только золота, а и других ископаемых. Я согласен с вами. Но, знаете, я думаю, что именно для этого сейчас и активизировался поиск союзников для обхода санкций. Насколько успешно Путин может и как долго он может обманывать мир, неизвестно. То есть какие схемы сейчас разрабатываются в недрах Кремля. Но, конечно, это достаточно очевидно, что со всех рынков Россию подвинуто, даже из рынка не только золота, а атома, да, допустим, сейчас Казахстан, наверное, выходит на первую строчку производителя, ну, будем условно говорить, мирного атома. Поэтому я думаю, что то есть все зависит от того, что готовится на кухне Кремля в плане обхода санкций, какие схемы. Сейчас мне пока это неизвестно, я только могу догадываться, что это будет работать как в ситуации с Казахстаном, то есть открытие каких-то предприятий, ну, преподнося себя как предприятие этой определенной страны, уже продолжение бизнеса через эти предприятия. То есть, в принципе, поэтому он ездит и ищет сейчас, собирает кучку оставшихся союзников, ну, как мы говорим, неудачников. Но знаете, как экспорт золота, это все-таки про то, чтобы заработать. И когда ты заработал, очень важно знать, а куда ты эти деньги потратишь. У нас в начале войны, с 24 февраля, была такая любимая успокаивающая игра. Мы подсчитывали количество компаний, которые ушли с рынка Российской Федерации из-за санкций, из-за того, что они, в принципе, не хотят строить бизнес на крови. Вот сейчас новость о том, что Nike решил совсем покинуть пределы России. Ну вот. В общем-то, уже не греет, потому что мы к этому привыкли. Но в целом, если копнуть глубже о том, с чем в сухом остатке Нурул осталась Российская Федерация, получается очень интересно. Ну хорошо, заработает она с тем же Китаем, продавая дешевый газ или с Индией. А что дальше? На сегодняшний день настолько действуют жестко санкции, что они элементарно не могут чинить или обслуживать свои западные самолеты. То есть какое-то время они отлетают, а дальше что с ними делать, непонятно. Авторынок, который тоже замер, потому что, скорее всего, последняя иномарка, которую купят россияне, это та, которая в данный момент уже находится на территории России. Все дальше завозить невозможно. И даже китайские машины говорят, ну, мы, наверное, их везти не можем. Лекарства, которых сейчас будет не хватать из западного мира. Получается, что это будет все равно достаточно богатая страна, потому что есть у них чем торговать, но на благосостояние, на развитие, на новые технологии, на IT-бизнес, на космос они уже не смогут потратить. В чем же тогда смысл этого богатства? Ну, если так посмотреть, то, конечно, никакого смысла нету для здравомыслящего человека. То есть мы же смотрим со стороны, ну, с позиции Путина на эти вещи, да, то есть как бы пытаемся поставить себя на эту позицию и понять вообще, почему он так это действует. То есть, но тут мы имеем дело, то есть, как бы с обезумевшим карликом, поэтому непредсказуемо достаточно, то есть, как бы ход действий, развитие событий. Я не берусь даже, то есть, как бы судить. Я просто считаю, что это какой-то тренд неудачных и
не связанных между собой действий, заявлений. Просто хаотическое, наверное, хватание за воздух. А вот если говорить, вот мы сейчас говорим о том, что Россия ищет каких-то союзников из, скажем так, неудач, стран-неудачников. Хотя, ну, мне кажется, вот это определение, оно такое, тут нужно еще полемизировать на эту тему. Но тем не менее, ну, чтобы не обижать, скажем так, представителей тех или иных стран. Но вот ищет союзников в борьбе против Запада, для того, чтобы обходить санкции. Один из самых больших союзников, которую считает союзником Россия, но есть большие сомнения, что в этой стране считают Россию своим союзником и очень теплым другом. Я имею в виду Китай. Так вот, российские средства массовой информации активно распространяют различные фейки о том, что у них, ну, мир, дружба, жвачка с Китаем, и все им, эти западные санкции нипочем. Можете успокоиться, у нас все будет хорошо с Китаем. И об этом говорит Путин, кстати, и на экономическом форуме он намекал на это и говорил. И Запад в таком случае, он просто, ну, бессилен перед великой мощью этого так называемого союза России и Китая. Насколько этот союз вообще существует, как союз? И нет ли там просто обычных отношений, циничных? И не использует ли Китай Россию в качестве вот такого сырьевого придатка для себя? Как вы считаете? Вот согласен с ходом ваших мыслей, и даже мне как-то довелось в своей карьере работать с китайцами, то есть понять психологию китайцев достаточно просто, то есть действительно они хладнокровно ищут выгоду, грубо говоря. Поэтому я думаю, что они говорят: да, все, мы с вами, вас, с вами будем общаться, поддерживать, экономически иметь какие-то связи. Но на самом деле, то есть мы будем видеть, что китайцы работают в своих интересах. Они будут поднимать вопрос земельный, ну, со статута, со стороны Владика. Потом, ну, то есть как бы также экономически, переселение, миграции вопрос. То есть вот они будут везде стараться сделать выгоду для себя. И это будет делаться все тихо, мирно, бесконфликтно, как привыкли делать китайцы. То есть они не будут лезть на рожон, они просто переговорно, тихим, таким ползучим путем будут добиваться своего. Ну тогда, Нурул, остается, наверное, последний такой короткий вопрос. Недостаточно, чтобы весь мир кого-то настраивал против Российской Федерации. Этим странам надо что-то предлагать. И мне кажется, что для Украины было бы очень правильно не только надеяться просто на поддержку, например, Китая или Индии, а еще и вести какую-то проактивную работу. За нас очень часто это делают, конечно, наши сотрудники, союзники, в частности, и Соединенные Штаты Америки. Но если на сегодняшний день что предложить Украине в хорошем смысле, тому же Китаю, да, чтобы он не дружил с Путиным, а дружил с Украиной. Если они заинтересованы в агробизнесе, то, может быть, эта сфера. К сожалению, нам придется отстраивать очень много украинских городов. А мы знаем, китайцы невероятные строители. Да? У нас будут деньги на восстановление, так, может быть, и там предложить им интересные объекты. Это могло бы перебить ставки Путина? Ну, безусловно. Очень много бизнеса, то есть их и, если сравнивать Казахстан, взаимодействие с Китаем, и Россия, взаимодействие с Китаем, то очень много проектов в Казахстане китайцы берут на себя. Это строительство трубопроводов, реновация нефтезаводов. Тем более, как вы говорите, и это действительно соответствует ситуации. После войны в Украине очень много нужно будет восстанавливать. Конечно же, то есть надо будет забрать все эти деньги, заморозить. Ну, то есть у России тот, кто сломал, тот пусть и делает. Ну, значит, по крайней мере, за его счет. И поэтому, то есть, как бы здесь финансовый интерес очень большую будет роль играть. Мы можем привлечь достаточно много бизнеса китайского,
сельское хозяйство, само собой, ну, тот же какие-то газовые, нефтегазовые проекты, строительство логистических, может быть, даже каких-то трубопроводов, да, то есть как бы об этом речь может даже сходить до этого уровня. Поэтому с ними не стоит, наверное, как-то закрывать дверь. С ними нужно также вести полемику, политику, то есть взаимодействие на будущее. Нурул, благодарим вас за то, что вы появились в эфире «Утро февраля» и за то, что пообщались с нами на самые важные темы последних дней. Политолог, директор Евразийского демократического альянса в Украине Нурул Рахимбек был гостем «Утро февраля».